МВД опубликовало проект изменений в ведомственный приказ о государственных регистрационных знаках транспортных средств. В текущей редакции документа говорится, что первыми цифрами в трехзначном коде региона могут быть только 1 и 7. Именно это ограничение планируют отменить. Подразделениям ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые могут начинаться со всех остальных цифр. Например, в Москве разрешат выдавать номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878. Как сообщает «Коммерсант», МВД уже провело необходимые замеры. Они показали, что в коде региона помещается число 444, а четверка – самый широкий символ. Следовательно, проблем при внедрении нового приказа не будет. Седан Hyundai Sonata вышел на российский рынок в ноябре с двигателем в 2,5 литра. А теперь у Sonata появился и базовый 2-литровый мотор. С ним доступен только 6-диапазонный автомат. На выбор есть 3 комплектации. По данным авторевью, у Sonata прошлого поколения на модификации с 2-литровым двигателем в России приходилось 80% продаж. По данным агентства LMC Automotive, мировые продажи новых автомобилей в 2019 году снизились на 4,4%. Итоговый результат – чуть более 90 миллионов легковых и легких коммерческих машин. Спрос упал на большинстве крупных рынков мира, включая Китай, США и Японию. В Европе ситуация неоднородна. В восточной части зафиксировано падение, а в западной – небольшой рост.